Кирова, 12.06. Программа «Дивный разворот» продолжается. И, как мы и обещали, сейчас в нашей студии два человека, которых мы будем спрашивать, как же преобразятся парки Гагарина. Это парк возле филармонии, кто не знает еще из кировчан. И парк имени Кирова – это парк возле цирка. Представляем гостей. Павел Лупов, начальник отдела благоустройства Департамента городского хозяйства администрации Кирова. Павел Витальевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Да, первый раз в нашей студии, если я не ошибаюсь. Все верно. Да, с дебютом вас. Да, и Вячеслав Симаков, начальник территориального управления по Первомайскому району Кирова. Добрый день. Ну, Вячеслав Николаевич у нас не первый раз в гостях. Добрый день. 211-101, телефон прямого эфира. Слушатели, можете звонить, задавать свои вопросы. У нас также есть телефон для СМС, Вайбера и Ватсап. 8-909-720-101-0. Тоже можете нам написать, задать свои вопросы. Мы следим, да, за сообщениями кировчан. Ну, сначала давайте все-таки вот такие процедурные какие-то вещи проясним. Аукцион на разработку. То есть надо вообще отметить, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Эти суммы, которые назывались на прошлой неделе, это суммы, которые выделяются именно на разработку документации по паркам. Все верно? Все верно, вы говорите. Да. То есть сейчас объявлен аукцион на разработку документации. Какие сроки он должен состояться? Когда принимаются заявки? До какого момента? И когда будет объявлен результат? 29 июля объявлен наш открытый аукцион на выполнение работ по благоустройству, по разработке проектно-сметной документации на благоустройство наших с вами парков. Это парк Кирова и парк Гагарина. Это два разных аукциона, то есть они пройдут до конца августа. В конце августа у нас определится та подрядная организация, проектная организация, которая будет как раз заниматься выполнением работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство и реконструкцию данных парков. Это разработка проектов с нуля или это на основе уже каких-то существующих документов? Наша, так скажем, техническая документация к будущим контрактам, она как раз предусматривает и те заложенные основы, которые были с учетом мнения граждан разработаны администрацией города Кирова, уже существующие концепции, учитывать их при разработке проектно-сметной документации. То есть это предполагается будущими контрактами. Угу. То есть концепция, а сейчас будет разрабатываться проект уже? Тут немножко скорректируем момент. У нас в соответствии с нашим техническим заданием к контракту будущему есть 4 этапа. Первый этап – это как раз сбор и обработка всех материалов из основных первоисточники. Uh-huh. Далее вторым этапом как раз предполагается на базе уже разработанной концепции разработать концептуальный проект с учетом как раз мнения наших горожан, с учетом мнения общественных объединений. Поэтому вторым этапом как раз вот мы будем совместно с той проектной организацией разрабатывать именно ту концепцию с учетом мнения жителей, чтобы дальше уже можно было третьим этапом разрабатывать проектно-сметную документацию с учетом существующей концепции, которая будет утверждена в том числе. И после уже разработки проектно-сметной документации в рамках существующего контракта проектной организации также уже представит все материалы эскизных проектов, все материалы проектно-сметной документации на обсуждение с жителями, чтобы как раз понять и посмотреть, все ли, так скажем, те задания, все те предложения, которые были высказаны, будут учтены в будущей проектно-сметной документации. То есть третьим этапом мы как раз подведем некие итоги, последние корректировки к разработанной проектной сметной документации для последующего захода в государственную экспертизу. Угу. И уже как раз вот этот четвертый этап будет рассматривать государственная экспертиза. Мы все последние корректировки там проектная организация уточнит. И на выходе уже по итогам контракта мы с вами получим готовую проектно-сметную документацию с учетом мнения жителей и общества. И экспертов. И экспертов в том числе, все право. Да. К какому моменту это должно случиться? У нас контракт, так как парки, они у нас очень большие, не центральные, будем говорить, и поэтому необходимо сделать множество различных изысканий проектных, поэтому контрактом мы предусматриваем 180 дней на разработку проектно-сметной документации. То есть, если мы говорим, что где-то в начале сентября все, если хорошо сложится, эти организации заявятся на аукцион, и мы заключим муниципальный контракт, то к концу февраля мы готовы уже получить проектно-сметную документацию. То есть
есть к весне уже будут документы, да, чтобы летом можно было начать какие-то работы уже, я правильно понимаю, летом следующего года? Все верно. Те мероприятия, которые будем проводить по итогам как раз разработанной проектно-сметной документации, это как раз планируется начать эти мероприятия в летний период 2021 года. Так как, еще раз подчеркну, наши два парка, они самые центральные, самые большие, поэтому, когда мы поймем те затраты по итогам разработки проектно-сметной документации, те объемы средств, которые необходимы для реконструкции благоустройства данных объектов, далее мы тогда будем планировать уже их благоустройство. Вполне возможно, что этапность будет здесь присутствовать, то есть это 21-й, 22-й, может быть и 23-й год, то есть будет в зависимости от тех объемов, которые мы получим в сметной документации. Можно я немного еще раз уточню? То есть сейчас мы ищем исполнителя, кто будет готовить ПСД, то есть исполнитель будет объявлен, и вот работа по выявлению этих пожеланий, замечаний будет вестись параллельно. Это будут как-то исполнителю эти пожелания передавать, или как этот процесс будет происходить? И где их принимать, чтобы они были учтены в территориальных управлениях? Ну, принимать как везде можно. То есть как заказчик департамент городского хозяйства выступает, мы уже содействуем в этой работе. То есть и мы готовы с людьми встречаться, и департамент городского хозяйства, и непосредственно исполнитель данных работ. То есть тот факт, что вот сейчас объявили конкурс на поиск от разработчиков, да, не означает, что все, предложения от горожан больше не принимаются. Они будут приниматься на всем этом этапе и даже после. Да, единственное, что они какой-то глобальный характер уже не будут иметь, потому что вот до сих пор приходят люди, они в первый раз слышат о том, что планируется реконструкция парка, и начинает вот именно и зонирование пересматривать, и вот эти элементы тут не нужны, это нужны. То есть на данном этапе мы уже вот такие замечания и предложения не принимаем. А давайте тогда перейдем к самой концепции, да, непосредственно с чего? С Кирова начнем. Ну, я думаю, что мы начнем-то с парка Гагарина, но я все-таки вот сейчас попросила бы тогда Вячеслава Николаевича немножко пояснить, как люди все-таки участвовали до вот этого момента, как когда концепция готовилась. Ну, у нас на протяжении нескольких месяцев эта информация была размещена на сайте администрации, на сайте теруправления. Вот мы участвовали в обсуждении данной концепции у вас на эфире и собирали жители у себя непосредственно в теруправлении, проводили общественные слушания. Угу. Какие предложения были? Абсолютно разные. Начиналось, конечно, это все там с площадки для выгула собак, потом уже какие-то малые архитектурные формы по реконструкции зоны аттракционов, по размещению спортивных площадок. Вот это все, мы всю эту информацию собирали и как раз направляли в департамент для подготовки окончательного технического задания. Угу. Ну вот если по парку Гагарина, да, да, говорить, то есть там какая концепция? Что там будет? Сильно ли он предполагается какие-то там изменения? Там космос. Ну да, название у нас соответствующее. Парк у нас является основная, это прогулочная такая зона у него, то есть и дорожки будут все сохранены. Единственное, что наша задача развести пешеходов с велосипедистами, поэтому вот наше пожелание было, где у нас дорожки заужены, их расширить. То есть, вот, насколько я знаю, это все учтено. Есть зона для спортивного кластера, есть зона аттракционов, есть площадка для выгула собак, есть у нас там различные детские зоны развлекательные. То есть, вот это все так и остается. Значит, реконструкции подвергаться и покрытие, ограждения, входные группы, в том числе и какие-то исторические нюансы тоже будут выноситься в данную концепцию. Так, это какие исторические? Ну, вот то, что мы там про собор-то ведь у нас тоже там входит. Александр Невский собор, тот, что стоял на месте филармонии когда-то. Там раньше высказывались какие-то предложения сделать его мини-копию, еще что-то. Вот об этом речь идет? Да-да-да, вот как раз по этому вопросу я и сказал. Да, исторические. Плюсом там еще ведь появится такая литературная, что называется, составляющая, литературно-киношные, да, то есть вот сообщали. Это в проекте или как раз будет предусматриваться, то есть сейчас конкретно не указано, что вот там либо будет какая-то фигура какого-то космонавта или сказочного героя. Так. Вот уже в процессе обсуждения там заложены малые архитектурные формы и парковые скульптурные композиции. Подождите, тут вот коллеги сообщали, что будет аллея Алисы Селезневой и «Маленький принц» появится. Это уже точно или не точно? Или это просто пока одно из предложений? У нас есть несколько предложений, и мы хотели еще раз их обсудить. И как раз вот
одно из этих предложений как раз и вынесено на обсуждение. Что за аллея Алисы Селезневой, как это должно выглядеть? А вот сейчас Вячеслав Николаевич нам расскажет, наверное. Ну, у нас вот как раз на эфире был звонок, и маленькая девочка предложила установить скульптуру Алисы. Поэтому мы учитываем все пожелания, как наших старших горожан, так и маленьких, поэтому мы это тоже учли. На общественных слушаниях у нас тоже были различные предложения, это все было включено в предложение. Поэтому окончательный вариант еще не утвержден. Это на обсуждение. 211-101, звоните, делайте свои предложения. Вопросы, вот делайте они попадают, предложения. Совершенно верно. Я еще хотела спросить по поводу аттракционов. Вы сказали, зона аттракционов, она остается на том же месте. Да? Да. Есть, там же она остается. А есть вообще мысли какие-то эти аттракционы как-то с космосом связать? Ну, то есть, чтобы это было вот больше такое, не знаю, что-то такое прям фантастическое? Ну, вот как раз в процессе разработки это будет видно. У нас договор на данную территорию заключен до 2022 года, но, в принципе, арендаторы готовы подстраиваться вот под изменения данного парка, да. Угу, понятно. Еще вопрос у меня к Павлу Лупову. Скажите, пожалуйста, а вот то, что говорит Вячеслав Николаевич про дорожки там, да, и про разведение пешеходов там, да, и велосипедистов, допустим, и про покрытие, которое будет выбираться, вы в этом смысле какие-то делаете свои, там, ну, не знаю, пожелания, там, требования, еще что-то? Ну, потому что там брусчатка, не брусчатка, какое-то мягкое там покрытие спортивное, может быть, еще что-то? Или это все-таки на усмотрение разработчика остается? В техническом задании к будущим контрактам мы как раз максимально совместно с и территориальными управлениями, в том числе с руководителями, проработали все направления, чтобы будущая проектно-сметная документация учитывала в том числе и велосипедные дорожки, велосипедное сообщение, в том числе и пешеходные зоны, чтобы они были не заужены, были дальше комфортно их содержать при механизированной уборке территории и, соответственно, для комфорта передвижения наших граждан, посетителей парка. Также, соответственно, учли все, здесь прописали, чтобы проектировщик учел как раз и сообщения для маломобильных групп населения. Поэтому максимально постарались подойти со всех позиций, включая в тех задания будущему, так скажем, подрядчику при разработке документации, чтобы все направления он максимально постарался учесть в проекте. И также, соответственно, мы это все будем обсуждать, и в том числе и с нашими горожанами. Вот о входных группах вы говорили. Насколько я помню, там в парке Гагарина нет какой-то выраженных входных ворот или еще чего-то. Это что-то будет создаваться? Ну вот как раз тех заданием также учтены и рассмотрение вот этих вопросов по входным группам. Возможно, что какие-то будут именно стилистические, тематические конструкции предложены в рамках эскизного проекта. То есть как раз мы с жителями и обсудим, поймем в рамках концепции предстоящей, что лучше, делать ли какие-то арки, там, не знаю, строить какие-то там башни и так далее. То есть в рамках концепции, вот тут на сегодня, если парк Гагарина там космос, то есть тут может быть как раз будут учтены какие-то вход космической через, вход темы через ракету, какой-то. Ракету поставить такую, да, и чтобы люди заходили через нее. То есть как раз это вот всеми смысловыми нагрузками при разработке проекта, который несет в себе, так скажем, основная концепция, вполне возможно, все это будет как раз учтено. Я правильно понимаю, что ограждение ни того, ни другого парка, ну вот в парке Кирова-то есть частичное ограждение, да, со стороны улицы Горького, со стороны улицы Азина, со стороны Октябрьского проспекта, там, ну, я не знаю, можно ли это сказать, ограждение назвать, да, это такой больше парапет какой-то, по которому дети бегают, да, возле Спартака. Вот, а в парке Гагарина, я так понимаю, что и нет такого, да? На входных группах некие элементы будут, а всю территорию планируем обнести живой изгородью. О, зеленая будет изгородь. А что, кстати, по насаждениям зеленым будет вестись какая-то работа, что-то, возможно, будут убирать, что-то добавлять? Да, конечно, но мы в рамках разработки проекта также указали в нашем техническом задании, что максимально сохранить при, так скажем, дальнейшем благоустройстве существующее зеленое насаждение, посмотреть как раз и, о чем говорит Вячеслав Николаевич, о живых изгородей, то есть не вносить, допустим, парки все так скажем, территории ограждением неким, а как
предусмотреть как раз какие-то живые изгородные территории. Также предусмотрены для дальнейшего обсуждения размещение крупномерных уже деревьев, то есть уже не саженцами их садить, а уже большими для как раз создания уже существующей, так скажем, территории. Ну, посмотрите, живые изгороди, вообще у нас где-то применялось так, чтобы вместо какого-то ограждения сделали большую, вот я имею в виду, по протяженности живую изгородь, или это будет такой некий эксперимент, который, возможно, можно будет потом масштабировать еще куда-то? Пример набережная Грина, там уже на протяжении там, десятков лет используются кустарники разделения вот именно верхней и нижней части. Угу. Здесь идет только формирование и обрезка, все. Ну, в любом случае, хотелось подчеркнуть, что также мы предусмотрели в техническом задании как раз вопросы безопасности. То есть мы понимаем, что у нас в рамках безопасности в местах, где массовое скопление людей, тоже должны быть оборудованы какими-то заграждающими элементами для препятствующего туда заезда автотранспорта. То есть эти моменты тоже будем учитывать. То есть не везде будет у нас эта живая изгородь, да, а где это позволит как раз в рамках безопасности. Да ладно, неужели у нас еще люди до сих пор в парки заезжают на машинах? Там, ну, если у нас положено. Люди заезжают на буквально, тротуары, буквально что в эти выходные в на территории Александровского сада да. почти до ротонды заехала машина, и вот у Петра и Февронии развернулись прямо на газоне, еще погазовали. А они туда заехали через ворота? Через основной портик да, попали туда? Да, в момент ворота так-то требовал, чтобы закрывали. Но спецтехника все равно заезжает, там у нас хоздвор, там мусор возят и так далее. Видно, вот в этот момент заехало легковое транспортное средство. А, ну мне кажется, это такие какие-то хулиганы были. То есть они увидели ворота открытые, воспользовались и решили тут пофорсить немножко. То есть это получается, они прямо по пешеходной дорожке да, поехали? Да. Вдоль Сены и туда дальше к ротонде уехали. А про живую изгородь еще как пример. Вот у нас раньше было старое ограждение у драмтеатра Скира Шаляпина. Потом помним, оно было разрушено. И вот как раз там департаментом высажен кустарник. Он в дальнейшем и приобретет форму некой живой изгороди, ограждения вот этой территории. Ну, просто есть уже где-то вот такие моменты, такие места в городе, по которым можно уже что-то проанализировать, насколько она там сложна, да, как много денег тратится на ее... Содержание, ну, да, это я все нет, в любом к тому, чтобы когда-то альтернативу здесь, забором здесь только сделать. Плюсы, понятно, что там стоимость кустарника и каких-то кованых там конструкций несопоставима, но в любом случае мы получаем увеличение площади зеленых насаждений, эстетически тоже это выглядит лучше, то есть не надо ни мыть, ни красить, надо подстригать, формировать, и вот... Я это к тому, что, вот, например, у нас парк Гагарина вот обнесут этой живой изгородью, а потом всем тем, кто ставит заборы, можно будет привести, в пример, вот эту живую изгородь, показать и сказать, вот, прекрасно, работает вместо же. Забора работает, да, вот эта живая изгородь. А если к вопросу безопасности еще возвращаться, предполагается ли установка каких-то камер видеонаблюдения, чего-то вот подключения к этому да, вы нашему правы. Безопасному умному городу? Вы правы. Техническим зданием также предполагается видеонаблюдение обоих парков. Соответственно, там дальше уже при проектировании когда будет разрабатывать, он будет с учетом эскизных проектов, которые будут утверждены, в том числе с учетом мнения жителей, где они будут размещаться, и в дальнейшем уже дальше по итогам уже установки дальше подключаться в наш безопасный город. По парковкам будем пользоваться существующими, если они там как-то подсчитывалось количество этих машин и мест или где-то предполагается размещение со стороны улицы Урицкого у бассейна запланирована парковка. То есть там у нас территория без зеленых насаждений, но там есть некий газон, но вот за счет этой территории планируется обустройство дополнительных мест. Много ли там вообще влезет машин? Много ли, да? Сейчас не скажу, но несколько десятков там выйдет. Да, но в любом случае, когда сейчас подойдем уже к разработке, посмотрим, еще раз вернемся к этому вопросу, к нашей концепции, которая на базе которой мы будем разрабатывать, достаточности как раз парковочных мест, конечно, существующие будем учитывать и где-то уже планировать расширять, либо с учетом новых каких-то парковочных мест планировать для удобства и комфортности наших горожан. Но в данном случае у нас не повлечет за собой какого-то отрицательного эффекта. У нас эта территория, она находится чуть ниже, и когда у нас вот дожди, у нас идет затопление, а здесь уже реконструкция будет, появятся и парковочные места, и уже передвигаться будет пешеходам удобнее.
Угу. Еще хотела спросить по поводу парковок как раз возле цирка, да, вот эта вот история с Октябрьским проспектом, где сейчас все паркуются, то есть вот эта парковка по центру Октябрьского проспекта, она ведь в планах, наверное, сохраняется, то есть там часть людей, которые приезжают в Кировский парк, они как раз там паркуются. Да, на сегодня пока эта территория остается под парковку, в дальнейшем будем смотреть и как будет дальше развиваться. Во-первых, наш сам парк, да, где у нас дополнительно какие-то места появятся, вполне возможно, что она останется. То есть часть парка под парковку отдавать не будут? Вот это вот это сейчас не, важный вопрос. Это не планируем. Не планируется. Да. Отлично. Еще одна вещь, которая меня несколько удивила, там, да, и немножко, может быть, напугала, это кто-то из коллег, вот сейчас не вспомню, сообщал о том, что в парке имени Кирова планируется проложить дорожки и избавиться от народных троп, так называемых, да? То есть мы понимаем, что парк этот создавался довольно давно, он годами вытаптывался ножками и школьников из близлежащих школ, которые там уроки физкультуры проводили, и просто горожан. То есть там очень много вот этих тропиночек. Что будет с этими тропинками? Их сохранят или нет? Мы тоже технической документацией сейчас вот предусмотрели как раз с учетом всех народных троп, будем говорить. Посмотрим, где мы их сделаем, каком-либо там исполнении. Это там либо брусчатка будет, либо там асфальтовая дорожка. И частично у нас на территории парка останутся вот эти экологические, так скажем, тропинки для передвижения наших горожан. То есть частично, конечно, мы их немножко благоустроим в соответствии, предусмотрим это проектно-сметной документацией. Поэтому будут еще дополнительно вот экологические такие маршрутные. То есть не заасфальтированные. Не заасфальтированные, да, то есть с применением, может, каких-то экологических материалов. То есть мы это все тоже учитываем при разработке проектно-сметной документации. Для тех, кто ходит утром и бегает в парке? Нет, ну на самом деле, вот как в санаториях, да, вот регион Минвод, там это как-то называется, их даже как-то теренкур или как-то, то есть вот эти тропинки, их не асфальтируют, ничего, вот они проходят в таких вот лесных массивах просто вот. Обычная там земля хорошо утрамбованная. Утоптанная. Есть, да, утоптанная. Утоптанная, думаю, далеко не везде нужно цивилизации добраться. Во время дождей все равно там размывает, получается, да, что не очень красиво. И мы же несколько лет назад в Гагаринском парке как раз вот одну тропу, наиболее востребованную, просто щепой отсыпали. Те деревья, которые были снесены, там аварийные, вот мы их как раз и использовали на этом месте. Но 3 года эта щепа прослужила, в принципе. Ну да. Ну вот смотрите, ну, по поводу... это экологичный такой материал, прям вот натуральный, по нему приятно ходить. По поводу отвода воды, есть ли в каком-то из парков эта проблема? Все помним Кочуровский парк и то, что там происходило с этим ливневым отводом. Здесь как-то будут эти вопросы решаться или это не стоит так остро? Что там с рельефом вот в Гагаринском парке и в парке Кирова? Есть ли там места, возможно, которые подтапливают, и нужно решить эту проблему? Ну вот на сегодня единственное место, когда интенсивные идут дожди, у нас единственное вот подтапливает со стороны бассейна с улицы Урицкого. Вот о чем я и говорил, что при обустройстве там парковочного, допустим, места будут также и дорожки подняты. То есть вот единственное место, где у нас идет подтопление. А в других местах у нас, в принципе, грунт справляется с осадками. Я бы добавил, что в отношении каждого из объекта, который мы рассматриваем, парк Кирова, парк Гагарина, в любом случае будут предусматриваться какие-то, так скажем, сети водоотведения на территории каждого парка. То есть как раз будет проведена геодезия всех этих зон. И будем смотреть работу существующих ливневых канализаций. И, соответственно, где-то потребуется их там доработка, реконструкция. То есть это проектировщик уже как раз при разработке, он будет это все еще раз замерять, проводить изыскания и смотреть, что необходимо доработать и дополнительно, так скажем, построить в отношении водоотведения на территории каждого парка. То есть ливневка там есть в этих там парках? Да, она частично присутствует, соответственно. Сейчас как раз вот мы посмотрим, что есть по существующим, и что необходимо доработать с учетом рельефа как раз местности каждого парка. Просто у нас в последнее время очень часто, ведь как бывает, сделали какое-то место, заасфальтировали, и там до этого воды не было, и тут вдруг она появляется. А тут даже, мне кажется, не столько асфальт виноват, нам, по-моему, как-то объясняли, что виноваты вот эти бордюрные камни, которые ставят, то есть старые-то они пропускали воду, там уже между ними трещинки были, да, какие-то, и через них она уходила туда на газон и дальше в грунт. А сейчас, когда новые ставят, там же все в растворе, некуда воде деваться.
У нас здесь такого поступления нет, то есть место высокое, наоборот, вода отсюда уходит по рельефу. И кроме того, что вот большого именно благоустройства вновь, там какого-то нового асфальтирования, еще что-то у нас не будет. То есть никаких есть, новых участков да, там? Да, небольшое уширение там тротуарной части, потом вот где ракушка у нас, вот эта зона будет немножко расширена. Вот, так что, в принципе, здесь ничего такого. Нам сейчас нужно прерваться на рекламу на полторы минуты. 211-101, 8-909-720-101-0. Пишите, звоните. Продолжаем дневной разворот. Говорим о благоустройстве парков. Павел Лупов и Вячеслав Семаков у нас в гостях. Вот упомянули, Вячеслав Николаевич, вы ракушку, которая в парке Гагарина. Вот вопрос... Предполагает ли вообще концепция, ну понятно, что проектно-сметная документация вряд ли такие вопросы рассматривает, но тем не менее, есть ли какие-то мысли, как не просто людей там привлечь в парк, чтобы они прогулялись там по тропинке, прошли его насквозь и ушли в другое место, чтобы люди оставались именно в парке. То есть вот эта ракушка, да, она ведь крайне редко используется, хотя ну, понятно, что это сцена, наверное, да. Каких-то, да? Ну, дело в том, что она у нас на протяжении нескольких лет вообще была заброшена. Вот в прошлом году, позапрошлом, мы ее начали старую восстанавливать, ну, можно сказать, хозспособом. Там наши муниципальные предприятия помогли, арендаторы настил поменяли. И у нас проходило несколько детских праздников и вечера для ветеранов. И я считаю, что вот если это место как раз вот благоустроить, там мне планируется небольшая... зона для сидений, то есть амфитеатр такой небольшой, расширить эту площадку танцевальную, реконструировать саму ракушку, она будет востребована. То есть вот это такая зона концертно-танцевальная, у нас ведь много коллективов в городе, которые себя хотели бы и могут показать, то есть вот в течение летнего сезона, я думаю, что эта территория будет востребована. Кроме того, у нас очень активные ветеранские организации, и мы с ними готовы тоже постоянно какие-то мероприятия проводить, и с их стороны тоже заинтересованность есть. И в парке Кирова тоже планируется сделать сцену, насколько я понимаю, да, предусмотрено проектом? Да, все верно, тоже предусмотрена эта зона, то есть все территории парков, они предусматривают максимально разные зоны для занятия какими-либо там направлениями спортивными, там зоны отдыха, направления как раз вот танцевальные какие-то, так скажем, проведение вечеров. То есть максимально посмотрели, так как территории большие парков, они позволяют рассмотреть все эти... разные уголки с разными функциональными нагрузками. Я вот сейчас прямо внесу предложение. Просто Вячеслав Николаевич сказал про амфитеатр перед ракушкой, да, и вот сцена в Кировском парке. Я почему-то подумала, вот мы привыкли к этой схеме, да, то есть на сцене у нас кто-то выступает, лектор, не знаю, там музыкальный коллектив, танцевальный коллектив, а зрители сидят в зале, да. А может быть вместо зала сделать какие-то столики со стульчиками? Ну, у нас перед сценой это как раз вот этот... Танцпол-то свободный, то есть мы не амфитеатр вплотную не приближаем к самой сцене. То есть там при желании можно будет какие-то временные такие вот конструкции установить, да, на танцполе? Конечно, да. Потому что мне-то кажется, что это вот больше там людей привлечет. Посидеть на концерте? Посидеть на концерте за столиком. Танцевать ведь надо. Почему? Ну, смотря какой концерт, и потом ведь вот ветераны, не все ж, может быть, хотят постоянно танцевать. Ну, 9 мая мы, допустим, проводим различные мероприятия, вот там та же каша, там еще что-то, то есть я думаю, что это... Ну там, я насколько помню, там по периметру есть достаточно высокий такой, я не знаю, как это назвать, ну, это бордюр, уже, ну, уже подпорная, да, стенка, она полуразрушившаяся, там в основном сейчас, да, сидит молодежь, постоянно там что-то выпивают, курят, кушают семечки, хотя урны по периметру стоят, но вот ежедневно утром там вот наблюдается картина, конечно, нелицеприятная. Ну, я надеюсь, что все-таки преобразуется все в лучшую сторону и будет радовать только наших горожан. Ну, я к тому, что вот эту подпорную стенку ведь можно также использовать как скамейки, то есть если сверху какое-то просто покрытие деревянное делать, и получается ничего там сверху. И там еще больше молодежи с семечками будет тогда. Не знаю. Ну вот к вопросу молодежи, да, с семечками, планируется как-то заводить бизнес в эти парки, потому что бизнес мог бы ведь и прибирать территорию. У нас эти варианты и рассматривались, и помогают даже...
те арендаторы с аттракционами, ну, они вносят свою лепту. Мы рассматривали возможность установки там нестационарного торгового объекта общепит, но пока вот желающих нет из-за того, что там донарка рядом расположена, но место у нас отведено. А если в парке имени Кирова или там конкуренцию Макдональдсу никто тоже не возьмется составить? Ну, места для размещения как раз зоны какой-то там торговли общепитом тоже концепция будет предусмотрена, поэтому уже теруправление непосредственно Ленинского района, я думаю, уже какие-то вопросы прорабатывают с потенциальными, так скажем, партнерами, которые зайдут сюда и составят, может быть, конкуренцию Макдональдсу, а может быть, это будет в другом углу парка, поэтому тут посмотрим, может быть, это будут небольшие какие-то, так скажем, это зоны общепита, кофейня, да, я такая не знаю, небольшая. Поэтому это все еще будет рассматриваться, все впереди. Все зависит от потребностей населения, да, и желания бизнеса участвовать. Жители могут высказываться, говорить, что хотим вот здесь вот такую-то точку питания. Да, конечно. Да. Парку у цирка какая работа будет вестись с непосредственно с водным объектом, с этим прудом, многострадальные эти спорные заборы, которые там по периметру где-то берега появились. Укрепления. Да. Берега укрепления однозначно будет тоже проводиться, тоже это учтено нашим техническим заданием. Соответственно, там предусмотрен еще вот этот водосток, который с верхнего пруда, то есть тоже его некая, так скажем, реконструкция, очистка. Водопад его называют. Вот. Соответственно, очистка данных водоемов, в том числе тоже предусмотрен проект, будет проектно-сметная документация. То есть полностью все те виды работ, которые необходимы по очистке, благоустройству, берегоукреплению, созданию уже, так скажем, более такого, так скажем, благоустроенного, совершенного объекта, то есть с точки зрения эстетического вида в том числе, тоже будет здесь все учтено. И ну, с жителями тоже все это мы обсудим, конечно же, посоветуемся еще их мнение. Я правильно понимаю, что заборчики-то будут убирать, которые вокруг? Или все-таки будет предусмотрена какая-то изгородь? Ну вот до сих пор я не услышала однозначного ответа просто на этот вопрос. Прошлое, если мы будем говорить, концепция, которая была, с учетом также мнения жителей, то есть там было некое, так скажем, если мы посмотрим на картинки берегоукрепления из камня, в том числе как раз с ограждением, таким фигурным ограждением, то есть это как раз на картинке, в концепции смотрится уже совершенно по-другому. То есть эта ограда, она будет, но она будет исполнена по-другому. Если высокий берег, да, чтобы в рамках безопасности, конечно, будут предусмотрены какие-то ограждения, чтобы, не дай бог, кто-то у нас не упал в воду. А я, наоборот, хотела предложить у берега... Какие-то пирсы там посмотрим. Ну, да, конечно, они же будут эти зоны, просто где-то берег у нас и высокий, где, допустим, не зона пирса, а зоны пирса, конечно, не будут, чтобы можно было подойти к воде там, не знаю. Я прям не знаю, это, наверное, какое-то безумное будет предложение, но вы никогда не думали над тем, чтобы в парке Кирова сделать какой-то пляж небольшой, потому что там все равно все загорают летом? Мне кажется, там его негде особо. Да? Ну, то есть пляж должен быть, наверное, где-то в районе воды, а у воды там как-то все так плотненько-плотненько. Ну, там укладываются. Ну, не люди-то так много, загорают на склоне как раз. Да, вот да, где да. У нас ближе к гостинице. То есть как некая такая зеленая зона, где можно расположиться на пикник, допустим, как, либо вот позагорать в водоем. А нет, кстати, вот в московских парках, вот я встречала часто вот именно зоны, которые выделены там под барбекю, под пикник, ну, то есть вот уже... С мангалами оборудованы, имеется в виду. Такие предложения тоже были, и тоже жители высказывали, что вот какие-то зоны рассмотреть. Ну, там у нас как раз определены тематические зоны, зоны отдыха, зоны там для, допустим, чтения книг, там зоны просто вдохнуть киночки. Чтение книг, жарение шашлыков немножко разные. По зоны как раз, где могут люди пожарить мясо, отдохнуть, мы, конечно, мнение... Будем учитывать, посмотрим с той организацией проектной, которая будет, но обсудим. На ваш взгляд, вот нужно такое в парках или нет? Потому что вот с одной стороны детская площадка, с другой стороны мы понимаем, что люди, которые приходят на шашлыки, ну иногда они выпивают. Ну вот мое мнение, что в местах общего пользования лучше не должно такого быть. Есть общепит организованный. А здесь уже, когда человек самостоятельно какие-то там действия производит, он уже вот за рамки может выходить. Поэтому, наверное, лучше не провоцировать на это. Общественные туалеты. Место... Заложены ли, сколько их там будет? Не заложены, конечно. Ну, хватит ли их? Ты знаешь, у нас в городе настолько не везде есть общественные туалеты, что это, ну, действительно вопрос, проблема. Ну вот смотрите, сейчас, можно сказать, в топе новостей. Вот
департаментом городского хозяйства, были установлены модули. И вот, ну, я читаю такое недовольство, там кто-то не, зачем поставили, вот сейчас там набережная туалетная, я буквально недавно вот заходил у нас в Гагаринском парке, рядом со скейт-площадкой поставлен туалет. И вот тоже там молодежь на него залезла. Я сделал замечание, рядом сидит женщина в возрасте, говорит, зачем вы его сюда поставили? Я говорю, так, извините, а, ну, а ваше предложение куда? То есть здесь наибольшее количество людей. Вот мы его с учетом как раз этого и поставили. Потому что вот я когда был там, там человек 50 вот детей было. Если его куда-нибудь ставить там ближе к филармонии, там опять другие вопросы возникают. Они туда просто не пойдут, эти дети-то, они пойдут в другое место. Да, поэтому... Это все предусмотрено, это все будет. Почему я сказал, что вот мы хотим общепит там, чтобы расположился. Там уже, чтобы были и туалеты, и человек мог зайти, руки помыть, и что-то там, чаю просто попить и так далее. Ну, просто он будет знать, что и... здесь есть кафе, в кафе есть, при кафе есть туалет. Да, это было и зимой, и летом, чтобы... Кстати, вот эта площадка, да, которую упомянули, да. Большая в парке Гагарина, где сейчас там, господи, как-то экстремальные... Со стороны улицы Урисского здесь как раз планируется и вот реконструкция этого скейт-парка и многофункциональная спортивная площадка. То есть там волейбол, футбол, баскетбол и другие вот виды. Ну, вот сейчас это будут проектировать, все, что впишется, как раз мы разговаривали, там по покрытию будут решены вопросы, по ограждению. И по освещению, и по всему. Пока вот, ну, вот в зимний период мы уже планируем там каток обустроить, ну, посмотрим. То есть вот на всем этом месте, да? Ну, там-то просто достаточно большая территория. Я помню, там как раз устанавливали тоже ту же самую сцену, фестиваль там, ливень проходил. Ну, вот здесь спортивная зона будет, потому что у нас, в принципе, в любом парке вот такая территория должна быть. Кроме этого, у нас рядом есть различные учреждения образования, у которых не у всех есть вот возможность заниматься спортом. То есть мы могли бы совместно как-то эту территорию использовать и содержать и так далее. Я вот помню, педагогический университет... Ну, там физкультура, да? Массово, да, ходил на физкультуру как раз в Гагаринский парк, и это лето было. И до сих пор ходят. Беговая какая-то, да, там разминка, и круги там наматывали, и зимой на лыжах тоже. Там прям и школы у нас ходят, и до Клыжня там зимой люди прокладывают, на лыжах катаются. А в парке Кирова такая же история. В парке Кирова 58-я школа занимается, соответственно, которая у нас на Горького-то 57-я, да, по-моему. То есть это все же вот они со всех сторон туда приходят. Ну и жители местные, естественно. Пора нам уже потихонечку закругляться. Кроме этих двух парков, еще какие-то места будут облагорожены? Буквально 30 секунд. Ну, мы продолжаем реализацию проекта «30 скверов». Сейчас вот мы прорабатываем вопрос по благоустройству сквера на перекрестке Советского и Володарского. Продолжаем работу по нижней части улицы Пристанской. Но это уже как раз с активистами. По набережной Грина у нас есть различные предложения. И ряд других небольших территорий, которые вот именно были выведены из обращения. То есть там были аварийные дома и так далее. Вот этим территориям уделяется внимание. Ну, я думаю, по этим территориям мы потом как-нибудь отдельно, да, соберемся. Вячеслав Симаков, начальник сероуправления по Первомайскому району, Павел Лупов, начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства, Анна Лапшина, Дарья Пузлива. Прощаемся. Всем спасибо и до свидания. Спасибо, до свидания.